том, что заявленный объект недвижимости, имущество ликвидировалось в связи с прекращением его существования. Но я так понимаю, что это связано именно с тем, что вы делали раздел. Да, да, вот я... То есть просто вот именно вот этого дома 26, его не существует? Ну, юридически, а дом 26, помещение там, помещение какого-то, помещение 2, с другим кадастровым номером, который 776, а не тот, который указывали 499. Да. Просто сейчас я уточню, руководитель пройдет ли. Я просто хотела, чтобы мы с вами составили пустое заявление, но с исправленными данными. Ну, давайте, да, исправим. С поправленным помещением и кадастровым номером. И присоединили его дополнительным документом. Ну, как бы хочу уточнить, пройдет ли так вообще. Давайте. Это я приходил в Росреестр, вот, и мне отказали в регистрации права собственности по решению суда, потому что они зачем-то сняли с кадастрового учета дом. И вместо этого поставили на кадастровый учет две части дома, технически, как две квартиры. Вот. Таким образом, дома нет, а квартиры в этом доме есть. Вот поэтому пришлось перерегистрировать, заново подавать заявление и регистрировать право собственности уже на квартиру. Это все относится к вопросу так называемой блокированной жилой застройки. Вот. Проблема в том, что в домах для ИЖС их, ну, невозможно выделять доли, да, потому что это все-таки индивидуальное жилищное строительство. Это сделано для того, чтобы в эти случаи, когда множество квартир делают в домах для ИЖС, исключить. Но в нашем случае это просто было по решению суда. Разным родственникам выделили отдельные части и назвали их квартирами с точки зрения кадастрового учета. Кстати, сейчас органы Росреестра есть в МФЦ. Получить самостоятельно